Любишь транс, дабстеп, драм-н-бейс или техно? Варганный тренер Эльдар Гимадиев расскажет об этих стилях игры. Но нужно будет играть на варгане. Поехали! Итак, разберем, как же можно играть на варгане разные стили электронной музыки. А это все у нас разбирается. Это все разбирается также у меня на продвинутом курсе обучения. И сейчас я расскажу некоторые секреты, фишки в этом направлении. А вообще, эти стили музыки основаны на разных ритмах. А, допустим, техно, оно делается примерно в таком ритме. Дабстеп делается в более медленном темпе, драм н бейс в более быстром. Соответственно, соблюдая примерные темпы, мы уже приблизимся к этим стилям музыки. Итак, с чего же начать? Можно начать с того, что задавать темп ногой. И таким образом уже получается прямая бочка, и под нее уже можно начинать играть, допустим, стиль техно или транс. Также рука двигается совместно с ногой в одном ритме. И добавляем дыхание ртом. Например, возьмем технику пулеметное дыхание. Ча-ч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 а. Само дыхание, выдохи и вдохи, это тычки воздуха на выдох, тычки воздуха на вдох, можно выстраивать так, как вам удобно, индивидуально, каждому как удобно. Начинайте с медленного. Таким образом уже начинается интересный техно и трансовый ритм, под который уже можно дальше развивать свою импровизацию.